Библиотека нового поколения открылась в Мариинском Посаде. Это уже пятое учреждение, модернизированное в республике в рамках национального проекта «Культура». Графические романы, виммельбухи, книги с дополненной реальностью. Фолианты в обновленной библиотеке выглядят необычно. Учреждение нового формата оборудовано сенсорными киосками, 3D-печатью, мультстудией. Здесь есть и электронная лупа для слабовидящих и индукционная система для слабослышащих. Сегодня развитию библиотек уделяется особое внимание государством. И к концу этого года в стране появится уже более 300 модельных современных учреждений. Это отличный результат, который показывает, что библиотеки нужны стране, читателям и каждому из нас. Чувашия стремительно и очень успешно вошла в проект, открыв в этом году уже 4 модельные библиотеки. И примечательно, что 3 из 4 библиотек сельские, что еще раз доказывает значимость библиотеки на селе как место для интеллектуального и культурного досуга населения, а порой и единственного доступного очага культуры. Для жителей, туристов и гостей города в модельной библиотеке нового формата проводятся виртуальные экскурсии по Мариинскому Посаду, театрализованные представления, литературно-поэтические и музыкальные вечера, встречи с известными личностями, презентации новых книг. Библиотекари уверены, что все эти события вкупе с техническими и информационными возможностями помогут приохотить к чтению современных детей и подростков.